17 апреля 1945 года весь день шли тяжелые бои у Зиеловских высот. На этом направлении, в 100 километрах от Берлина, враг максимально сосредоточил свои силы. На пути советских войск были противотанковые заграждения, траншеи, дзоты, пулеметные площадки и окопы. Наступлением командовал маршал Победы Жуков. В операции участвовали 4000 танков и столько же самолетов. 9-я армия нацистской Германии в боях за Зиеловские высоты была окружена и разгромлена. Это был последний рубеж на пути к столице Германии. До победы оставалось 22 дня.